Ома гьянтиминандасья гинангина шалакая чаксунимиритам джена тасмая сигурвейна маха. Шри Чайтанья манобишнам штапитам джена бутале швайам рупа кадамайам дадантисва падантитам. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гоу Бхактивиндам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. I'd like to read a letter from Śrīla Prabhupāda to one of my godbrothers. Я хотел бы прочитать вам письмо, которое написал Шрила Прабхупада одному из моих духовных братьев. The godbrother's name was Chandan Acharya Das. И его звали Чандан Ачарья Дас. And Prabhupada wrote this letter on March 12, 1970. И Прабхупада написал это письмо март 12 число 70 года. And I read it this morning and I felt that it was very appropriate for this particular occasion. И я прочитал его сегодня утром, и я подумал, что оно идеальным образом подходит для нашего случая. Especially for myself. Для меня лично. Prabhupada begins. И Прабхупада начинает. I thank you very much for your nice letter of appreciation. Я благодарен тебе за то письмо с благодарностью, которое ты послал мне. The kind words that you have used in this connection are very much pleasing, but actually all the credit goes to my Guru Maharaj. Те добрые слова, которые использовал в своем письме, очень радуют меня, но на самом деле все это могло произойти только из-за моего Гуру Махараджа. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура. He asked me to take up this job as soon as I met him in 1922. Он попросил меня заняться этой работой, как только я встретился с ним в 1922 году. Unfortunately, I was so worthless that I delayed the matter until 1965. К сожалению, я был такой безнадежный, что я не сразу начал этим заниматься и вернулся к этой деятельности только в 1965 году. But he is so kind that by force He has engaged me in his service. Но он так добр ко мне, потому что именно своей силой, своей энергией он заставил меня служить ему. And therefore he has sent me so many of his nice representatives, the beautiful American boys and girls like you. И также он послал мне большое количество своих замечательных представителей, таких прекрасных американских мальчиков и девочек, как ты. I am so much obliged to you. That you are all helping me in the discharge of my duties towards my spiritual master, although I was so much reluctant to execute it. Я так благодарен вам всем за то, что вы помогаете мне выполнить мои обязанности по отношению к моему духовному учителю, несмотря на то, что я так долго откладывал их. After all, we are all eternal servants of Krishna, and by the divine will of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, we are all now combined together. Конечно же, мы все являемся вечными слугами Кришны, и по Его божественной милости, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, мы сейчас все вместе. Although originally we are born in different parts of the world, unknown to one another. Хотя изначально мы были рождены в разных странах, в разных частях света и не знали друг друга. This is the way of Krishna's transaction. Это то, как действует Кришна. So let us with great enthusiasm preach this cult. All over the world and make the people happy. Так что давайте с огромным энтузиазмом распространять эту культуру по всему миру, и это все доставит огромное удовольствие людям. They are missing the central point, Krishna, and our duty is to remind them, then everything will be all right. So follow the path chalked out by our predecessors, and success is sure. То, что у них отсутствует, это Кришна в центре, и наша обязанность напомнить им об этом. И что, если они вспомнят об этом, то все будет в их жизни замечательно. Таким образом, следуйте тому пути, который нам показали наши предыдущие ачарьи, и вы точно обретете успех. Шрила Прабхупада ки. Джай! So I wanted to take the opportunity to thank all the devotees who read very nice offerings. И я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех преданных, которые прочитали свои замечательные подношения, from your hearts. Которые были искренне от ваших сердец. That was very obvious. Это было очень явно.
I'd like to thank the devotees who also prepared offerings, but were not given the time to read them. Я также хотел бы поблагодарить тех преданных, которые подготовили подношения, но у них не было времени для того, чтобы зачитать их. And I'd like to thank all the disciples who were present for the loving sentiments that you have for your spiritual master, not only on this day, but every day of the year. И я также хотел бы поблагодарить всех учеников, которые из любви ко мне присутствуют сейчас здесь и служат мне не только сегодня, но на протяжении всей жизни. I often say at these ceremonies that this is one of my favorite days of the year. И я часто на таких церемониях говорю, что это один из моих любимых дней в году. So some critic might think, oh yes, just see, he likes to be glorified. That's why he's saying. И кто хочет критиковать, тот же скажет, что «О, ну посмотрите, он просто любит, когда его прославляют». But that's not why it's my favorite day. It's my favorite day because there's so much loving reciprocation between guru and disciple, and that's the beginning of bhakti. Но это не из-за того, это из-за того, что именно в этот день мы можем видеть огромное количество любовного взаимообмена между духовным учителем и учениками, а это и есть начало их пути бхакти. Krishna consciousness is all about bhakti, it's all about love, it's all about devotion. И сознание Кришны — это всё, что связано с любовью, с бхакти, с преданностью. That's the end goal, to awaken our divine love for Shri Shri Radha Govinda. И это конечная цель — пробудить нашу божественную любовь к Шри Шри Радха Говинде. But those loving sentiments are churned in the beginning in each other's association. Но мы взбиваем или усиливаем нашу любовь в общении с друг другом в начале. By serving together, we develop strong friendships and loving friendships, and it's very satisfying to the heart. We get an idea of what is real bhakti, what is real love. Когда мы служим все вместе, мы развиваем эту дружбу, которая полна любви, и это и есть та идея бхакти, к которой мы стремимся. And in relationship to our spiritual master, in the beginning, we're just neophytes, so first we appreciate our spiritual master. И для начала, когда мы являемся неофитами в начальной стадии нашего развития, то мы просто благодарны нашему духовному учителю. He's a very nice person. He speaks nicely. He acts nicely. He's representing this tradition. I appreciate that person. И я очень благодарен этому человеку, потому что он так здорово говорит, он такой пример всем подает, он очень хорошо представляет нашу традицию. And then after serving him for some time, some blessings come, we feel ourselves making spiritual advancement, and then that appreciation turns into affection. И после благодарности, когда мы служим ему и занимаемся преданным служением, эта благодарность перерастает в привязанность. Affection is something greater than just appreciation. I appreciate you. Now I have some affection for you. It's a bigger step forward. И сначала у нас присутствует благодарность, а потом у нас есть чувство к этому человеку. Это уже то, что связывает нас еще больше. And in this way our relationships develop into love. И постепенно наши отношения развиваются до стадии любви. And ultimately by the combined mercy of the Vaishnavas and our service to our spiritual master, we're blessed for love with for the divine couple, Radha and Krishna. И благодаря такому общению, благодаря благословлениям вайшнавов, мы постепенно развиваем нашу любовь до любви к Радха Кришне. So when we were making the schedule up for this program the other day, I stressed the main part of the program should just be the readings. И когда мы составляли расписание на сегодняшний день, я сказал, что большую часть мы отведем чтению подношений. Because you feel the loving sentiments flowing. It's so wonderful. This is bhakti. Потому что бхакти означает, что ваши любовные переживания выходят из вашего сердца, и это очень радует. And also it's an opportunity for me to see how my disciples are advancing in Krishna consciousness. А также это возможность для меня понаблюдать за своими учениками и увидеть, насколько они прогрессируют в своем сознании Кришны. Sometimes you just look at a person, you can't necessarily see where they're situated in Krishna consciousness, but as soon as they speak, like Chaturatma gave such a wonderful lecture this morning, Badahari gave such a wonderful lecture yesterday, when you hear the Vaishnav speak, oh, these are advanced devotees. И иногда, глядя на Вайшнава, сложно понять его уровень, но как только Вайшнав заговорил, вы сразу можете оценить его квалификацию, например, как Чатуратма Прабу сегодня утром или Бадахари Прабу. Как только они заговорили, было сразу понятно, что это Вайшнавы высокой квалификации. So today when I was hearing the disciples speaking, I was so proud of you. И когда я сегодня слушал своих учеников, я очень гордился вами. Like
a father is proud of his son or his daughter, as your spiritual father, I was so proud. Oh yes, they're growing up nicely in Krishna consciousness. They understand the philosophy, and they have many realizations as well, and they're good speakers. They're speaking very nicely. И я сегодня чувствовала себя гордым отцом, который смотрит на своих замечательных дочерей и сыновей. Я видел, что вы прогрессируете, вы растете, вы понимаете философию. So it's my favorite day. Так что это на самом деле мой лучший день, любимый. Because it's my most important service. Потому что это одно из самых главных моих служений. As older members of this movement, senior members of this movement, we have been given many responsibilities. И так как мы являемся старшими в сознании Кришны, у нас очень много ответственности. And my responsibilities are no secret. И вы знаете ту ответственность, которая у меня, это не секрет. Especially my preaching in different parts of the world, my festival programs. И вы знаете о моих программах, проповеднических и фестивалях, которые я провожу. This year we have a big schedule ahead of us. И на сегодняшний год наше расписание очень плотное. In a few weeks we're going to have the Polsky tour. Через несколько недель у нас начнется польский тур. I think the Polsky tour is even famous on Brahmaloka. Я думаю, что про польский тур уже слышали даже на Брахмалоке. Because so many great demigods in the form of devotees like you are coming and joining the program. Потому что огромное количество полубогов, которые принимают ваши формы, они приходят на такие программы и наслаждаются ими. And immediately after the Polsky tour is finished in late August, we're taking the whole festival tour to America for one month. И после того, как польский тур подойдет к концу, где-то в конце августа мы берем всю нашу группу и отправляемся на проповедь в Америку на месяц. And just after that is over, myself and Badahari and a few other devotees are going to China for one week. There's going to be they call it Yoga Week. For one week, they'll have 10,000 people every day to do yoga and to hear Badahari's kirtans. И после этого я с небольшой группой преданных из Бадахари Прабху мы отправляемся на неделю в Китай, где пройдет неделя йоги. И на этом мероприятии будут присутствовать 10 тысяч человек, которые каждый день будут проходить йогу, совершать йогу, а также это все будет проходить под баджаны Бадахари Прабху. Just after that, I have a big festival program in South Africa, organized by the government. We're expecting 300,000 or 400,000 people in Durban. South Africa Hare Krishna program. И после этого я отправляюсь в Дурбан, Южную Африку, где программа будет проводиться с помощью. And just after that, we're going back to China to an island called Hainan in January, where we'll be performing every day for one month, and they promise us between 40,000 and 50,000 people a day will attend our program. Которая проводится правительством, сама программа. После этого мы отправляемся в Китай на отдельный остров, и это тоже благодаря правительству китайскому, которое все организует. Огромное количество людей присоединится на эти фестивали. Prabhupada told us, think big. Прабхупада говорил нам, что думайте широко или крупно. И я думаю, что все цифры, которые я назвал, что это 40-50 тысяч человек будет присутствовать на фестивале, это огромные цифры. Не знаю, можно ли больше пригласить. Even with all that responsibility, I consider my most important responsibility my disciples. Но несмотря на то, что это огромная ответственность, я думаю, что мои ученики это моя главная ответственность. You're my most important service. Вы — это часть моего самого главного служения. Okay, there's big programs all over the world. It's on the internet, it's on Facebook. When it really gets down to it, my real service is to ensure that you, as we said yesterday, get out of the material world and make it back home to the spiritual world. That's my most important responsibility. И да, конечно же, я провожу огромные программы, фестивали, это все в интернете, на YouTube, вы можете за этим следить, но на самом деле, что самое дорогое мое служение, это проследить за тем, чтобы, как я вчера говорил, чтобы вы все вернулись назад домой к Богу. I worry about you. Я волнуюсь за вас. I do. Because I read in Bhagavad Gita, Krishna says, Davyesha Gunamai Mamamaya Duratiya. He said this material world. It's very difficult to overcome the material energy and transcend and go back to Godhead. So I worry about you. Я очень волнуюсь за вас, потому что в Бхагавад-гите я прочитал, что очень тяжело преодолеть материальную энергию в этом мире и вернуться назад к Богу. So I'm always thinking about you and always
praying for you and making arrangements that you'll be inspired in Krishna consciousness. Поэтому я всегда думаю о вас, я молюсь за вас и стараюсь действовать таким образом, чтобы у вас была возможность прогрессировать. So when I come here to Omsk and I sit for an hour and a half and I hear your very beautiful, erudite, learned, realized, loving offerings, my heart is feeling complete satisfaction. И когда я приезжаю сюда в Омск, в течение полутора часов сижу и слушаю ваши подношения, которые такие эрудированные, интеллектуальные, полные смысла, реализации, любви, я чувствую большое облегчение и радость. Спасибо вам всем огромное за то, что так здорово прогрессируете на своем пути к Кришне. Но я должен сказать, что я эту заслугу не приписываю себе. Потому что на самом деле вся милость — это милость Шрилы Прабхупады. И я этому научился у Прабхупады. We were in Paris, and we just entered into Prabhupada's room for... He's going to give a darshan, and something... Prabhupada just accomplished something wonderful, I think, in India. And... Our temple president glorified Prabhupada, and Prabhupada blushed. And he said, no, I cannot take the credit. It is all the mercy of my Guru Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati. И был такой случай, Шрила Прабхупада приехал во Францию, и он приехал после того, как в Индии прошли несколько успешных программ. И президент нашего храма начал прославлять Прабхупаду, рассказывая об этом. И именно в тот момент Прабхупада покраснел на самом деле и сказал, что нет-нет, это все случилось благодаря моему духовному учителю Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Prabhupada was always very careful to give the credit to his spiritual master, because the devotee always feels that he's the instrument in the hands of the spiritual master. И настоящий преданный всегда чувствует, что он является лишь инструментом в руках своего гуру, поэтому Прабхупада всегда очень осторожно отдавал всю славу своему духовному учителю. One time Srila Prabhupada joked, he said, just as Lord Ramachandra conquered Ravana, the great Asura Ravana, with an army of monkey and bears, Prabhupada said, I am conquering the world with my Western disciples. И однажды Прабхупада пошутил, он сказал, что так же, как Господь Рама покорил, убил Равану и захватил Ланку благодаря обезьянам и медведям, так же и я покорю этот западный мир благодаря своим белым ученикам. If anything, our spiritual master empowers us to do the Lord's service. It's just empowerment that we can act on his behalf. И духовного учителя он передает свое благословение, наделяет нас могуществом, и таким образом мы действуем благодаря его силе. He can give that power and he can take that power away. Он может наделить нас этой силой и может забрать ее. If we're sincere in our practice of Krishna consciousness, we follow the rules, the regulations, we chant, we have a desire to serve, then the spiritual master will empower us to represent him. И если мы следуем своему духовному учителю, следуем, соблюдаем все принципы, мы искренне и хорошо воспеваем, тогда духовный учитель может наделить нас этим могуществом. But if we reject Krishna consciousness and we go away, then we lose that power. So really, we're just instruments in the hands of Guru and Gauranga. Но если мы отвергаем процесс сознания Кришны, либо уходим, то духовный учитель забирает всю силу. Поэтому на самом деле мы должны понимать, что мы лишь инструменты в руках Кришны. We want to advance in Krishna consciousness. We want to become pure, not so that we'll become well-known and famous, but because we can be a valuable instrument in the hands of Guru and Gauranga. Мы хотим быть сознающими Кришну и хотим быть чистыми не для того, чтобы прославиться, а для того, чтобы стать более качественными инструментами в руках своего гуру. So Srila Prabhupada, when he was present amongst us almost 50 years ago, coming up 50 years ago, he made so many devotees, and today, whatever is happening in this movement is also because of the presence of Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада был с нами где-то 50 лет назад, и очень много преданных в тот момент присоединилось. И на самом деле то, чего добилось это движение сейчас, это все благодаря Шриле Прабхупаде. Generally, a person is only powerful during his lifetime. It's only a few people who have influence in this world after they die.
На самом деле могущество человека заканчивается в момент его смерти, и только небольшое количество людей прославились тем, что их могущество распространяется и после их кончины. Śrīla Prabhupāda was powerful during his presence, and even in his absence, his so-called absence, he's very much powerful in the preaching force because of his instructions. И Прабхупада, в отличие от всех, он был могущественен при жизни, а также после того, как он ушел, хотя он присутствует с нами, он также является могущественной основой нашей проповеди вдохновения. This was the dilemma of someone called Pontius Pilate. He was the judge in reviewing the case of Jesus Christ. И Понтий Пилат, он судил Иисуса Христа, рассматривал его дело. He saw how powerful Jesus Christ was. So when Jesus Christ came before him for judgment, he couldn't make up his mind what to do. He said, I don't know if you're more powerful, dead or alive. И когда он Иисус Христос предстал перед ним, он понимал, что перед ним могущественная личность. И тогда он сказал ему, что не знаю я, ты более могуществен, когда жив или когда мы тебя убьем. Because of his teachings. Потому что он понимал смысл его учения. Jesus was very powerful when he was preaching, but even when he left, even today he's very powerful, especially in this country. Иисус Христос, он был очень могущественный, когда он проповедовал во время того, как он присутствовал на земле, но также он известен в своей проповеди и сейчас, в особенности в вашей стране. And as a result, Prabhupada described him, or as Charatma was saying this morning, he was credited as being a Shaktavish avatar, Jesus Christ, that he was particularly empowered by the Lord to represent him on this earth planet, and even today his influence is very much felt. И как с утра сегодня упоминал Чатуратма Прабху, его рассматривают Иисуса Христа как Шактивеша аватар, потому что это определенный уполномоченный представитель Господа с миссией, и он его влияние мы испытываем даже сейчас. One time in Mayapur, during the Mayapur festival, we went out with a group of devotees to do Harinam in the villages, and on the way back we stopped off at the ashram of one of Prabhupada's godbrothers, who was named Shridhar Maharaj. И мы проводили небольшие харинамы в Майпуре, в деревнях, и мы остановились в одной деревне, где был духовный брат Шрилы Прабхупады, Шридхар Махарадж. And we came in, and he received us very nicely. He was very close to Śrīla Prabhupāda in the early years of the Gaudiya Math. И он очень хорошо принял нас, потому что он был близким другом Шрилы Прабхупады в начале образования Гауди Матха. So the devotee who was taking us around, Achyut Nanda Swami, he said to Śrīla Maharaj, "Can you tell us something about our Guru Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami?" И тогда Шичинадна Махарадж обратился к нему и говорит: «Махарадж, вы не могли бы рассказать какие-то истории, связанные с нашим Шрилой Прабхупадой?» We were thinking he would tell some little stories about how they preached together, or something Prabhupada said at some program, or something he did, but he shocked us. И мы думали, что он расскажет нам о какой-то проповеднической программе или каком-то фестивале небольшом, который они проводили вместе. Но то, что он нам рассказал, шокировало нас. He sat back, he said, "Your Guru Maharaj, Shaktavish Avatar." What? Shaktavish Avatar. What? I said he is Shaktavish Avatar. He is special amongst all of us. He has spread our Guru Maharaj's word all over the world. Mahaprabhu's world. Your Guru Maharaj is Shaktavish Avatar. We're like, И тогда он сел на Висасну и сказал нам, что ваш Гуру Махарадж является Сакшавеша Аватар, и мы не могли в это поверить. И он сказал, что да, именно он один распространил миссию нашего Махараджа, он уникальный. And therefore, our spiritual master Prabhupada received the same title as his Guru Maharaj, Bhaktisananda Saraswati. After he left, our Prabhupada got the title Prabhupada, which means a master at whose feet all other masters sit. Поэтому Шрила Прабхупада получил свой титул Прабхупада, что означает тот учитель, у стоп которого сидят все остальные. И он получил его после того, как ушел его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати, у которого был тоже такой титул. Because he took the order of his spiritual master and he accomplished it, and he did even more. Потому что он принял наставление, которое дал ему духовный учитель, он идеальным образом его выполнил и даже сделал больше. As a society of Prabhupada's followers, we're having a hard time
fulfilling completely any of the basic instructions he gave us for spreading Krishna consciousness around the world. He was envisioning, you know, books in everybody's house and Hare Krishna household word and farms and gurukuls everywhere and leaders coming forward for advice. We haven't finished that. И даже те наставления, то, что начал Шрила Прабхупада, мы еще не можем до конца доделать, потому что он видел это общество таким, что в каждом доме будут его книги, что будет очень много гурукул, а также руководящие органы будут приходить к нам за советом, но все это еще не происходит. But Shrila Prabhupada got an instruction from his spiritual master. It was a simple instruction, but it was very profound. To spread the teachings of Lord Chaitanya in the English-speaking language. И Шрила Прабхупада получила наставление от своего гуру Махараджи, и оно кажется совершенно простым, но при этом очень возвышенным. Он попросил его распространить сознание Кришны на в странах англоязычных, западных. So in 10 short years, he translated so many books, and his disciples distributed those books all over the world. So you could say, in essence, he accomplished that instruction. He spread Krishna consciousness in the English-speaking language all over the world. He did it in 10 years. И в течение 10 лет он перевел большое количество литературы, а его ученики стали распространять ее дальше. Так что вы можете заметить, что он идеальным образом выполнил свою миссию и распространил сознание Кришны на английском языке. But simultaneously he did it in French. Но в тот же момент начались переводы на французский. And simultaneously he expanded on the order. He did it in German. И также он преувеличил то, что просил сделать его Махарадж, и сделал это лучше, и еще на немецкий это перевели. Then he had his books translated into Italian. А потом его книги перевели на итальянский. And Spanish. И испанский. And Chinese. И китайский. And Japanese. Японский. And Russian. И русский. And recently, when I was in South Africa, the devotees showed me a book in the Zulu language, Akulan Kula. Zulu, the African people, the Prabhupada's books are in the Zulu. И даже недавно мне показали книги Шрилы Прабхупады, которые были изданы в Африке, и там используется язык зулу. So not only took the order of his spiritual master, but he went beyond. We call that in English above and beyond the call of duty. И он принял наставления своего духовного учителя, и он выполнил их даже сверх нормы. Это сверх норма, это то, что вас попросили, а вы сделали больше. And he could have easily rested after that because he accomplished more than his guru had asked him. But then he went back to India to revive Krishna consciousness in India. И на этом он мог бы остановиться и успокоиться, но что он сделал? Он отправился назад в Индию для того, чтобы возродить сознание Кришны у себя на родине. Prabhupada went back to Mayapur and began making plans for building a gigantic temple there, an international center for all of us. Он вернулся в Майяпур и запланировал открыть там огромный гигантский храм. And he told my godbrother Bhakti Charu Maharaj in confidence, he said, I fulfilled the order of my spiritual master and I came back to India to fulfill my own desire to see Vedic culture revived in this country. И как рассказывал мне Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, Бхакти Чару Махарадж, в личной беседе Шрила Прабхупада сказал ему, что я выполнил наставление своего духовного учителя, а теперь я вернулся сюда, в Индию, для того, чтобы исполнить мое внутреннее желание. Я хочу, чтобы ведический образ жизни, сознание Кришны возродилось на территории Индии. His guru's order was spread Krishna consciousness all over the world. He did that, then he came back home and he started preaching in India. He didn't receive that order to preach in India. He said in the English language, that means the West. He came back to revive Vedic culture in India by establishing Krishna consciousness in a very powerful way in Bengal, the home of Mahaprabhu. И он выполнил то наставление, которое он получил от гуру Махараджа. К нему была просьба распространить знания на английском языке в западных странах. Добившись этого, он возвращается в свою Индию и старается возродить ведическую культуру в Майяпуре, в Бенгалии. Это место рождения Господа Чайтаньи. Of course, it took Prabhupada a little time because he received that order when he was in his 20s.
И, конечно же, для того, чтобы выполнить наставления духовного учителя, ему потребовалось время, потому что он их получил тогда, когда ему было совсем немного за 20. И он был женат. And because of his responsibilities as a grihastha and because of his business and so forth, he couldn't preach very much. И так как он был домохозяином, а также так как он работал, он не мог проповедовать много. It took some time, actually. И это заняло какое-то время. It took many years. Это заняло много лет. Before Prabhupada actually began preaching in earnest. До того момента, как Прабхупада полностью посвятил себя проповеди. He used to give some donations. Он периодически давал пожертвования. And he'd come to the temple and lead some bhajans. Он приходил в храм и вел какие-то бхаджаны. He'd give some lectures like that. И не давал небольшие лекции. And although he wasn't a big sannyasi and, you know, and doing huge, organizing big, huge, huge preaching programs. Bhakti Sananda Saraswati Thakur liked him a lot. И несмотря на то, что он не был каким-то великим саньяси и не прославился благодаря организации каких-то огромных программ, но Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж очень любил его. And sometimes Bhakti Sananda Saraswati would confide in our Śrīla Prabhupāda, our spiritual master. He would, you know, they would discuss things together about preaching. И иногда Бхактисиддханта Сарасвати приглашал нашего Шрилу Прабхупаду для того, чтобы поговорить с ним лично. So one time some of the sannyasis who were a little jealous that our Prabhupada was getting so much association with their spiritual master, they went and they complained to Bhaktisiddhanta Saraswati. He's just a householder. He's just got a pharmaceutical business. He's got a wife and three kids. Why are you giving him so much association? We're big sannyasis. We're preaching all over India. Why are you giving him? He's just a little householder. He's giving 50 rupees a week. И некоторые саньяси, которые просто ревновали, обратились к Бхактисиддханте Сарасвати и сказали, что почему ты даришь ему столько своего личного времени, общения, кто он такой? Он просто обычный грихастха, у него жена, трое детей, аптечный бизнес, он 50 рупий в неделю всего жертвует, то есть он бесполезен. So at that time, Bhaktisiddhanta Saraswati became very angry with those sannyasis. И в тот же момент Бхактисиддханта Сарасвати очень сильно разозлился на этих саньяси. He said, "Don't you criticize Abhaitran? He may be a householder, only giving 50 rupees a week." Не критикуйте Абхайчарана. Может быть, он домохозяин и всего 50 рупий приносит. But in the end, he will do everything. Но в конце он сделает все. What? I said, in the end, Abhaitran will do everything. So you be quiet. И они очень удивились, а он сказал, что да, в конце Абхайчаран все сделает, и, а вам лучше замолчать. И так и получилось. И при всем уважении к этим саньяси, они тоже пробовали отправляться в Англию для проповеди, но все, чего они добились, это сделать фотографию с королевой Англии, отправились в Англию, и это все, что у них было. But many years later, when Prabhupada took sannyas as an old man and went to America, he converted a whole generation of young people to become Vaishnavas and Vaishnavas. Но Шрила Прабхупада, когда он принял саньясу в более старшем возрасте и отправился в Америку, он сумел превратить целое поколение американцев в молодых вайшнавов. He took that order from his Guru Maharaj and he kept it like a safely, like a safe in the treasure chest of his heart. He kept that order there and waited for the right time to fulfill it. Он принял наставление своего гуру Махараджа и глубоко хранил их в своем сердце, ожидая того времени, когда он может их исполнить. One time Prabhupada gave an order to my friend Giriraj Maharaj to write a book about the science of Krishna consciousness. И однажды Шрила Прабхупада дал наставление Гирираджу с вами, чтобы тот написал книгу в сознании Кришны. And many years passed, and Maharaj was so busy, he couldn't fulfill that order. He was preaching here and there. He couldn't write that book. So 5 years later, Prabhupada said, "Didn't I ask you to write a book about the science of Krishna consciousness?" И он был очень занят, он много проповедовал и не выполнил это наставление. И через 5 лет Шрила Прабхупада внимательно посмотрел на него и сказал, «А не я ли говорил тебе, чтобы ты написал
книгу о науке сознания Кришны. So Guru Ashwami said, yeah. I said, no, it's okay. He said, you can suspend the order of the spiritual master, but you cannot neglect it. You can suspend the order for a while, but don't neglect it. Make sure that in your lifetime you fulfill that order. And now Maharaj is doing that. He's writing a book about Krishna consciousness. И тогда Гирираджа с вами стало очень неловко, и Шрила Прабхупада подбодрил ему и сказал: «Ничего, ничего страшного. Ты можешь отложить наставления гуру, ты никогда не можешь их отрицать или отвергать». In Krishna consciousness. Prabhupada said about the hippie generation. He said, they're very degraded. You know, there's a romantic idea about the hippies. They're so cool. They are addicted to sense gratifications, sex, drugs, rock and roll. There's nothing romantic about the hippies. Prabhupada said they had one good quality. They had a spirit of renunciation. We want a change in this world. And Prabhupada came and brought that change. И непонятно, что было бы, если Прабхупада не поехал бы на проповедь в 60-е годы, а приехал бы раньше, в 50-е. Потому что 60-е годы — это был век хиппи, которые на самом деле были очень поглощены в чувственные удовольствия, наркотики и другую философию. Но единственное хорошее, что было в них, как говорил Шрила Прабхупада, — это дух отречения. И они хотели изменений, тех изменений, которые мог дать им Шрила Прабхупада. And when the time came, the appropriate time came for Prabhupada to go to the West, he didn't complain. Oh, I'm too old now. I can't preach. И когда пришло нужное время для Прабхупады, чтобы отправляться в Америку, он не жаловался. Он не говорил, что, ой, ну я очень старый, я уже не могу никуда ехать. Prabhupada was approaching, you know, 70, and that was the time for him to go. It became obvious. He didn't say, oh, I can't go alone to America. I'm too old to preach. No. So let me fulfill the order now, if that is the Lord's desire. И Прабхупаде было практически 70, когда он готовился отправиться в Америку. И он не сомневался, он не говорил, что «О, я уже слишком старый для проповеди, не могу поехать в Америку один, я там ничего не понимаю». Нет, он точно знал, что пришло время для того, чтобы выполнить наставление, которое он получил от своего духовного учителя. Fully surrendered. So even in his old age, he was able to accomplish so much because he was fully surrendered. И это означает, что он был полностью предан, потому что когда ты полностью предан, ты добиваешься результата. He was empowered by his spiritual master because of his mood of surrender. Он был наделен силой, особым могуществом от своего духовного учителя, потому что он полностью предался ему. And he considered everything else secondary. I'm sick. I'm old. I'm weak. My memories. He didn't think. No, now's the time to execute the order of my spiritual master. I shall go. So he was fully empowered. И он не рассматривал такие вторичные вещи. Он не говорил, что я стар, я болен, я не смогу. Он полностью сконцентрировался на выполнении миссии своего духовного учителя, и это наделило его особой силой. Just like Sri Ramanujacharya, he had a disciple like that. И у Шри Рамануджачарьи у него был такой ученик. At one point in his preaching, many people became envious, jealous of Ramanujacharya. В какой-то момент его проповеди у него появилось большое количество завистников. Just like the destiny of a king is to have enemies. И это судьба царя всегда иметь завистников. So the destiny of religious preachers in this world is you're going to have a lot of opposition. Так что судьба любых проповедников, у вас всегда будет оппозиция. So Ramanujacharya, he was preaching pure Krishna consciousness, but he had many enemies. Many people wanted to kill him. И Рамануджачарья, у него было очень много врагов, которые старались убить его. So he was always on guard. И он всегда старался обезопасить себя. So one day his prasadam was prepared, and his servant brought him the prasadam to his room. И однажды ему приготовили просад, и его слуга принес этот просад к нему в покое. And this servant came in and he said, Guru Maharaj, your prasad is ready. So Ramanujacharya sat down. But that servant, he said, there's something not right here. I don't know what it is. There's something not right.
И тогда он сказал ему, что Гуру Махарадж, вот ваш прасад, но он почувствовал, что что-то здесь не так. So he said, wait a minute. And before Ramanujacharya took that prasadam, his servant took a little bit and threw it to a cat that was sitting nearby. Cat was like, waiting for some maha. И этот слуга, он заподозрил что-то неладное, поэтому до того, как Рамануджачарья вкусил этот прасад, он взял кусочек с этого подноса и бросил кошке. So as soon as a cat ate that prasadam, he died. Because the food was poisoned. И как только кошка вкусила этот прасад, она сразу же оставила тело, потому что прасад был отравлен. So Ramanujacharya said, "Someone in my own camp is trying to poison me." Тогда Рамануджачарья произнес: "Кто-то из моих людей хочет отравить меня." So I cannot trust any of my disciples at this point to cook for me. Таким образом, я не могу доверять никому из своих учеников, потому что они могут отравить меня. So I will give up eating. Тогда я отказываюсь от еды. And all the disciples, no, Guru Maharaj, you can't do that. I'm going to fast. I don't know who to trust. И он сказал, что я буду поститься. Все ученики сказали, нет, Гуру Махарадж, вы что, вы не можете, не надо. А он сказал, что я не могу никому из вас доверять. Someone had, you know, put something in there that killed the cat. И кто-то что-то все-таки положил туда, что убило кошку. So he fasted. И он стал поститься. For one day. Один день. Two days. Два. Three days. Три. A week. Неделю, a month, месяц. Guru Maharaj, please let us cook for you. I don't know. Guru Maharaj, пожалуйста, можно мы приготовим вас, но не знаю. So he fasted a month and a half. И он продолжал уже полутора месяца голода. And then he had this particular appointment across the desert region. He had to go meet one of his compatriots, one of his dear godbrothers. И у него была назначена одна очень важная встреча со своим духовным братом, и она должна была состояться в середине пустыни. И в обществе нескольких своих учеников он стал двигаться навстречу своему духовному брату. And the disciples were so much in anxiety, they thought they saw his feet were turning red and they were blistering. И его ученики настолько разволновались, потому что песок в пустыне был горячий, и им казалось, что стопы его краснеют и покрываются волдырями. И ученики стали уговаривать: «О, Гуру Махарадж, посмотрите, что делается, ваши ноги покрываются волдырями». Он сказал, что «Нет, я никогда не нарушаю свои обещания, я обещал встречи с ним». So he's walking and you could hear his feet burning. So one disciple, he ran forward, he just was so hot, he just had his gumshon, and he laid down in the front of the sand, started burning. Guru Maharaj, just step on me. You can walk on me the whole way to meet your friend across the desert. He volunteered to like lie in the sand the whole way so his Guru Maharaj could walk on him to get to his appointment. So. И тогда один из учеников, видя, что стопы его духовного учителя покрываются волдырями, принес свои поклоны полностью духовному учителю и сказал, что духовный учитель, ступайте на мое тело. И таким образом он приносил поклоны, и духовный учитель мог дойти до той встречи, куда он шел. Таким образом он обжигал сам свое тело. So Ramanuja, he just stopped and he smiled. He said, okay, now we can go back. И это после того, как он это сделал, Рамануджа сказал, что ладно, давай, вставай, пойдем назад. И сказал, что на самом деле нет никакой встречи, я просто хотел проверить всех вас, способны ли вы пожертвовать своим телом и своей жизнью для того, чтобы послужить своему духовному учителю. И он сказал, что теперь я знаю, кто способен, вот ты для меня можешь готовить. So when the spiritual master notes our surrender, then he empowers us. И если духовный учитель духовный учитель видит, что мы полностью предались ему, тогда он наделяет нас особым могуществом. So when I read that pastime many, many years ago, I said to Sri Prahlad, I'd like to prove myself to Srila Prabhupada. I'd like to be like that disciple of Ramanujacharya, that my spiritual master can fully trust me, and I'm fully surrendered, and he can act through me, he can empower me.
И когда я впервые несколько лет назад прочитал эту историю, я сказал Шри Прохладе, что я очень бы хотел, чтобы мой духовный учитель Шрила Прабхупада, чтобы я смог ему доказать свою преданность, и чтобы он был полностью доверял мне и мог полностью положиться на меня. И таким образом я стал бы инструментом в его руках, и он наделил бы меня особым могуществом и действовал через меня. And for all of us, Shri Prabhupada is that example, because at 70 years of age, he went alone to America on the way, suffered 3 heart attacks. И для нас всех Шрила Прабхупада является именно таким примером, потому что он в возрасте 70 лет отправился в Америку совершенно один и перенес 3 инфаркта. Therefore, Guru Bhaktisiddhanta Saraswati and Gauranga Lord Chaitanya, they fully empowered him to spread the movement all over the world, almost with ease. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати и сам Шри Кришна наделили его особым могуществом для того, чтобы он смог распространить сознание Кришны по всему миру. And therefore, because of Prabhupada's surrender and the service he accomplished, every day we glorify him. Abhiyash Gukshak Tribhuvana. Because of what you've done, you're famous throughout the three worlds. И из-за того, что совершил Шрила Прабхупада, мы каждый день прославляем его, воспевая, что ты известен во всех трех мирах. Not only on the earth planet. This morning, Charama Prabhu instructed us what are the three worlds, the three planetary systems. They are the higher planetary systems, the middle and the lower planetary systems. И не только известен на Земле, а так как сказал сегодня Чатуратма Прабху, что во всех трех мирах, объяснив нам, что есть райские планетные системы, земные и демонические. So even on higher planetary systems, our spiritual master, the founder of Charyavara movement, Srila Prabhupada, he's famous. And we're so fortunate that we're his servants. И наш Шрила Прабхупада, он известен и знаменит даже на высших планетных системах. И насколько мы удачливы тем, что мы являемся его слугами. Actually, one time, one of my godbrothers, Adi Shekhar Prabhu, he, young devotee, he said to Prabhupada, Srila Prabhupada, where are you going to go when you die? It's like, I don't know if I'd ask that question to my spiritual master, but he was a new devotee. Like, Srila Prabhupada, where are you going to go when you die? Like, everybody went. И однажды мой духовный брат Ади Шекхар Прабху, он был начинающим преданным, и спросил, я бы, наверное, никто из нас не смог бы спросить такого Прабхупады. Но он посмотрел на него, и, будучи совершенно наивным и новым, он сказал, Шрила Прабхупада, а куда вы пойдете, когда умрете? So, Prabhupada said very naturally, oh, when I die, I plan to go to the hellish planets to continue preaching Krishna consciousness. And then everybody went, what? И тогда он ему ответил, что ну, после смерти я планирую пойти на адские планетные системы, чтобы продолжить проповедь. Таким образом, Шрила Прабхупада, он известен во всех трех мирах, не только здесь, но и на других. So who is Srila Prabhupada? Поэтому возникает вопрос, кто такой Шрила Прабхупада? Who is that personality whose family we have now joined by coming to this International Society for Krishna Consciousness? Кто эта личность, в семью которого мы вошли, благодаря тому, что мы являемся частью нашего общества? One time Guru Dasi asked Prabhupada, Shri Prabhupada, who are you? And Prabhupada replied, if I told you who I actually am, he said, you'd faint right here and now. И однажды Гурудас спросил у Шрилы Прабхупады, «Шрила Прабхупада, а кто вы на самом деле в духовном мире?» Он повернулся к нему и сказал, что «Если я отвечу тебе сейчас, ты просто упадешь в обморок». So он очень могущественный. Just like Narada Muni. Narada Muni is a very powerful preacher as well. Так же, как Нарада Муни. Нарада Муни является очень могущественным проповедником. He's very powerful. He's so powerful that in the Bhagavatam he's given the title Bhagavan Narada. И он настолько могущественный, что Бхагаватам к нему обращаются, даруя титул Бхагаван Нарада. And today we heard a very nice lecture by Charama Prabhu, and he gave the definition for Bhagavan, that he who owns possesses 6 opulences. There's only one person who has full opulences, and that's Krishna. So technically only Krishna can be called Bhagavan. Bhagavan Shri Krishna. И сегодня, как упомянул Чатуратма Прабху в своей лекции,
то, что только Бхагаваном называют того, кто имеет шесть основных качеств, могуществ, и только Шри Бхагаван, Шри Кришна его могут называть Бхагаваном. So then the question is, how did Narada get the title Bhagavan? Maybe there's somebody made a misprint. И тогда у нас возникает вопрос, почему же тогда Нараду называют Бхагаваном? Может быть, это опечатка? No, because Prabhupada says in the Krishna book, the Lord is always ready to bestow his full opulences upon his fully surrendered devotee who wants to preach Krishna consciousness in the material world. Нет, там также говорится, что Господь готов наделить всеми своими основными достояниями каждого преданного, который готов полностью предаться ему. So Narada is powerful by the grace of the Lord, and in the same way our Srila Prabhupada is powerful and will continue influencing the whole world for the next 10,000 years. И так же, как Нарада получил все могущество от Бхагавана, так же и наш Шрила Прабхупада получил все могущество, и это все будет продолжаться на протяжении, его влияние будет чувствоваться на протяжении 10 тысяч лет. So if we, tiny little, you know, just come to the shelter of his lotus feet and we accomplish something, we should never take the credit. It's his potency acting through us. И если мы, незначительные живые существа, пришли в тень его лотосных стоп и добиваемся чего-то, то мы не должны никогда приписывать эти результаты себе. If we're successful in our service, we simply have to offer the results back to Srila Prabhupada. И если мы удачливы и успешны в своем служении, мы должны просто принести все эти результаты как подношение Шриле Прабхупаде. So I feel very fortunate, I feel very blessed to be serving Prabhupada in the capacity of an initiating spiritual master. И я очень счастлив и удачлив то, что у меня есть такая возможность служить Шрила Прабхупаде в качестве инициирующего гуру. And the result of that service is you, by my preaching, you've come to Krishna consciousness. But really, it's Srila Prabhupada. So, as we're meant to offer all the results back to our spiritual master, I place all of you at the lotus feet. That's my offering to him, is you. И вы являетесь результатом моей проповеди и результатом моего служения, поэтому так как мы должны все приносить свои результаты своему духовному учителю, поэтому я приношу всех вас, которые пришли в результате проповеди, я приношу всех вас к стопам Шрилы Прабхупады. We can't take credit for our service. We say, okay, this is by the mercy of my spiritual. So I give the results of my service to my spiritual master. So as this is my service to Prabhupada, initiating, so I take all of you and place you at the lotus feet of Prabhupada. And you're safe and secure there. Everything's okay. Нет проблем. Так как вы являетесь результатом моей проповеди, моего служения, все результаты и все плоды мы приносим своему духовному учителю, так что я вас всех предлагаю стопам Шрилы Прабхупады, где вы будете счастливы и в безопасности. That's where we belong. We become the glorious servants of a glorious master. Это то, что можно о нас сказать. Мы становимся прославленными слугами прославленного учителя. Hare Krishna. Thank you very much. Shri Prabhupada ki. Shri Shivara Govinda Deva ki. Shri Guru Parampara ki. Bhav Premanande. Спасибо большое.